По рождественному маршу! По батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Солюков. На Красной площади юные музыканты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Более 7 тысяч воспитанников в составе роты барабанщиков удостаивались чести открывать торжественное шествие войск, задавая темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Мимо трибун проходят знаменные группы Знамени Победы, Государственного флага Российской Федерации и Знамени Вооруженных сил России. Возглавляет знаменные группы майор Алексей Рукленко. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Право быть в строю почетного караула предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под командованием полковника Сергея Бессонова. Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. Торжественным маршем проходят парадные расчеты подразделений времен Великой Отечественной войны. Первыми идут пехотинцы со знаменитыми винтовками Мосина. Именно пехота с первого и до последнего дня войны в середине непрерывных боев огнем и штыком ковала победу. На брусчатке Красной площади летчики в форме военных лет. Именно они в воздушных боях очистили небо от фашистских стервятников. На Красной площади моряки, ставшие в годы войны примером мужества и отваги. На марше саперы Великой Отечественной войны. Их самоотверженные действия спасали жизни солдат, возвращали к мирной жизни города, освобождая их от мин и боеприпасов. На площади войсковые разведчики. Дерзость, находчивость, вера в победу – вот слагаемые успешных действий разведки в тылу врага. Неувидаемой славой покрыли себя воины-пограничники. 485 застав, первыми принявшие удар врага, вели неравный бой до последнего патрона. Мимо трибун идет рота ополченцев.
Летом 41 года более миллиона граждан вступили в ряды добровольческих дивизий, защищая отечество и родной дом. На Красной площади парадный строй казаков. Во главе парадного строя атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда. В годы войны более 250 казаков стали героями Советского Союза. Завершают историческую часть парада на Красной площади офицеры в форме участников парада победителей 1945 года. Во главе парадного расчета генерал-лейтенант Андрей Топоров. Сегодня мы рады приветствовать на параде Победы военнослужащих армий стран Содружества независимых государств и дружественных стран. На Красной площади подразделения бригады миротворческих сил Азербайджанской республики возглавляет парадный расчет майор Самик Мамедов. Через горнило войны прошло свыше 600 тысяч азербайджанцев. На марше парадный расчет вооруженных сил Республики Армения под историческим знаменем 89-й Таманской краснознаменной орденов Красной Звезды и Кутузова стрелковой дивизии. Командует парадным расчетом полковник Ашот Акобян. Под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей проходит рота почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шепелевич. На Красной площади парадный расчет трех видов индийских вооруженных сил под командованием майора Анджума Горка из Сикхского полка легкой пехоты. В 44-м году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской республики под боевым знаменем 8-й гвардейской Режецкой краснознаменной орденов Ленина и Суворова мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Беккозы Туменбаев. Мимо трибун проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Расчет возглавляет генерал-майор Бао Цзэминь и старший полковник Хань Цзэ. По Красной площади проходит рота почетного караула Национальной армии Республики Молдова. Возглавляет парадный расчет капитан Виталий Жосон. Перед трибуной проходит подразделение вооруженных сил Монголии. Возглавляет парадный расчет командир специального батальона полковник Батделгирин Хаш Эрдене. Монголия с первого дня войны стала надежным союзником нашей страны. Под руководством командира гвардейского батальона подполковника Драгана Яковлевича на Красной площади парадный расчет военнослужащих гвардии войска Сербии. Сербский народ первым в Европе восстал против фашистской агрессии и всегда будет помнить павших воинов. По Красной площади проходят выпускники военного института Министерства обороны Республики Таджикистан. Возглавляет парадный строй подполковник Хафиззада Файзи Мухаммад. На Красной площади военнослужащие вооруженных сил Туркменистана. На автомобилях «Победа» представлены государственный флаг
и боевое знамя 748-го стрелкового полка, в котором воевал дед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев. Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходит рота Московского Суворовского военного училища. В июне 45 года 210 воспитанников училища впервые приняли участие в параде Победы. Возглавляет парадный расчет полковник Игорь Якимов. На Красной площади воспитанники Тверского Суворовского военного училища. В 1943 году училище приняло первых мальчишек военных лет. 18 из них были сынами полков, имели боевые награды. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет юных нахимовцев из Санкт-Петербурга. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Синевич. Более 15 тысяч флотских офицеров начинали постигать морскую науку в стенах училища. По Красной площади проходят юные моряки Кронштадтского морского кадетского корпуса. Впереди начальник корпуса, капитан первого ранга Николай Довбешко. Уже 25 лет учебное заведение готовит будущую смену флотоводцев. В параде Победы участвуют лучшие представители военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в рядах которого уже более 750 тысяч человек. Возглавляет парадный расчет начальник главного штаба движения, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России. Открывает прохождение слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Александр Романчук. Большинство прославленных маршалов Победы и командиров Красной Армии обучались военному искусству в стенах Академии. Мимо трибун проходит парадный расчет военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет является единственной в стране высшей военно-гуманитарной школой, центром подготовки специалистов военно-политической работы. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный строй полковник Андрей Титов. Старейшие кузницы отечественных офицеров-артиллеристов и ракетчиков исполняется 200 лет. Из стен Академии вышли 98 героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня Академия готовит командные кадры на все артиллерийские и ракетные комплексы, стоящие на вооружении российской армии. На Красной площади курсанты Военной Академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Во главе парадного строя начальник Академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. За годы войны зенитчиками было уничтожено более 20 тысяч вражеских самолетов. 57 воинов-зенитчиков удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня Академия ведет подготовку командных кадров для самых передовых зенитных ракетных комплексов и систем. Торжественным маршем по Красной площади проходит Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, отметившая 120-ю годовщину со дня начала подготовки интендантских кадров. Возглавляет парадный расчет генерал-майор Владимир Коновалов.
парадном строю военнослужащих женщин курсанты высших военных учебных заведений России, будущие офицеры воздушно-космических сил, тыла, военные переводчики, юристы и финансовые работники. Командуют парадными расчетами майоры Мария Васильева и Екатерина Рякова. Примером для девушек являются участницы Великой Отечественной войны. 93 женщины в годы войны стали героями Советского Союза. Четверо полными кавалерами Ордена Славы. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. В его составе офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Сегодня академия готовит офицеров по 70 специальностям с использованием современной учебно-материальной базы, новейших и перспективных образцов авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, наземных средств обеспечения полетов и средств радиоэлектронной борьбы. За столетнюю историю Академия подготовила десятки тысяч выпускников, внесших достойный вклад в освоение воздушного пространства и космоса. Более 1500 выпускников Академии в мирное время и в годы войны по праву заслужили высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 60 из них удостоились этого звания дважды. А выпускник Академии маршал авиации Иван Кожедуб стал Героем Советского Союза трижды. Сегодня в парадном строю Академии идут представители офицерских династий, берущих свое начало от первых российских покорителей неба и освоения авиационной техники. На Красной площади парадный расчет Военно-космической академии имени Можайского. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. В разные годы в стенах академии обучались летчики, испытатели авиационной техники, в том числе знаменитый ас, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Сегодня академия является основным учебным и научным учреждением по подготовке уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его возглавляет контр-адмирал Вячеслав Сытник. В составе парадного расчета курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова, расположенного в городе Калининграде. Среди 18 тысяч выпускников 80 адмиралов и генералов, командующие флотами, флотилиями, командиры кораблей и подводных лодок. На Красной площади моряки-дальневосточники. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Шмаков. За свою 80-летнюю историю училище подготовило свыше 20 тысяч офицеров. Среди них 18 героев Советского Союза, России и социалистического труда. Мимо трибун проходит морская пехота. Ее главный девиз «Там, где мы, там победа». Морскую пехоту на параде победы представляет 336-я отдельная гвардейская белостокская бригада Балтийского флота во главе с командиром полковником Андреем Лазуткиным. Ракетные войска стратегического назначения представлены офицерами-курсантами военной академии имени Петра Великого. Впереди парадного расчета начальник академии генерал-майор Леонид Михалап. Выпускники академии вносят огромный вклад в создание и развитие стратегических ядерных сил страны. Одно из старейших военно-учебных заведений в этом году отметит свое 200-летие.
Парадный расчет серпуховского филиала Академии возглавляет генерал-майор Андрей Морозов. Сегодня в институте осуществляется подготовка офицерских кадров для эксплуатации новейших типов ракетных комплексов, позволяющих решать задачи национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. На Красной площади военнослужащие воздушно-десантных войск открывают прохождение курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова под руководством начальника училища генерал-майора Алексея Рогозина. В разные годы более 50 тысяч выпускников своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск. 135 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит 331-й гвардейский Костромской парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Во главе парадного расчета полковник Олег Шмелев. Полку свято чтут память о боевых подвигах ветеранов войны при освобождении Венгрии, Чехословакии и Австрии. На Красной площади десантники 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Во главе парадного строя командир полка, полковник Александр Шипов. В этом году исполнилось 20 лет подвигу военнослужащих 6-й роты, принявших неравный бой с превосходящими силами противника. За мужество и героизм 22 десантникам 6-й роты присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. На марше Московский пограничный институт ФСБ России возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Воины-пограничники продолжают стоять на страже государственной границы и надежно ее охраняют. На Красной площади парадный расчет инженерных войск возглавляет парадный строй полковник Александр Малков. В его составе лучшие воины 1-й гвардейской инженерно-саперной Брестско-Берлинской бригады и 45-й гвардейской Берлинской инженерной бригады. На Красной площади парадный строй войск радиационной, химической и биологической защиты. Слушатели военной академии имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии достойно выполняют свой воинский долг, решают задачи в составе гуманитарных миссий. Проходит парадный расчет войск связи. Их представляют курсанты военной академии связи имени маршала Буденного. Возглавляет парадный строй начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костырев. За столетнюю историю в стенах академии подготовлено 46 тысяч командиров и инженеров для подразделений связи российской армии. Мимо трибун проходит батальон железнодорожных войск. В состав парадного расчета вошли лучшие военнослужащие отдельных железнодорожных бригад. Парадный строй возглавляет командир 38-й бригады полковник Игорь Орлов. За весомый вклад в дело победы 29 военнослужащих железнодорожных войск получили высокое звание Героя социалистического труда и Героя Советского Союза. На главной площади страны проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям.
проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов. 75 лет назад военнослужащие дивизии бросали к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженных фашистских частей. На главной площади страны парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой таманской дивизии имени Калинина. Возглавляет строй генерал-майор Евгений Никитин. В годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Героя Советского Союза. 5 стали кавалерами Ордена Славы всех степеней. На Красной площади парадный строй 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. В годы войны танкисты-кантемировцы участвовали в важнейших фронтовых операциях по освобождению европейских государств. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. За время проведения парадов на Красной площади кремлевские курсанты пропустили только один в ноябре 41 года, когда отдельный курсантский полк покрыл себя неувидаемой славой, встав стеной на пути врага, не дав ему прорваться к столице. 711 курсантов сложили головы в боях за Москву. Мужество, героизм и самоотверженность были всегда присущи кремлевцам. Подтверждением этому 109 выпускников училища, получивших за свои подвиги и ратные дела высокие звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр Московского гарнизона. Дирижирует оркестром главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин. В ходе парада оркестром исполняется более 50 маршей и музыкальных произведений. Прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии, которой командует генерал-лейтенант Сергей Кисель. На танках Т-34. За годы войны танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина. Уничтожив более 7000 танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. Колонну Т-34 сменяет парадный расчет самоходных артиллерийских установок СУ-100. Командует парадным расчетом лейтенант Егор Надин. Главными задачами артиллеристов-самоходчиков во время войны были уничтожение танков противника и огневая поддержка войск.
На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронированной колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В ее составе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления. Во главе колонны подполковник Анатолий Васин. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М с новым боевым комплексом «Бережок» и БМП-3, оснащенные комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Возглавляет парадный строй майор Игорь Матвеев. На брусчатке Красной площади новейший зенитный артиллерийский комплекс «Деривация ПВО», а также боевые машины пехоты на базе платформ «Курганец-25» и «Армата» с боевыми модулями «Эпоха» и «Кинжал». Во главе расчета подполковник Сергей Салахутдинов. На брусчатке Красной площади колонна боевых машин поддержки танков. Их основная задача в бою – огнем поддержать танкистов. Возглавляет парадный расчет капитан Алексей Тихонов. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 1-го гвардейского Чертковского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ринат Рафиков. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ 200-й отдельной Печенской мотострелковой бригады во главе с капитаном Александром Кармишиным. Как и в годы войны, военнослужащие бригады продолжают надежно стоять на страже российского Заполярья. На Красной площади колонна 27-й гвардейской Севастопольской бригады. В ее составе современные образцы российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Константин Усольцев. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152-миллиметровых самоходных гаубиц М-100С и коалиция СВ. Командует парадным расчетом майор Михаил Малинин. Повышенная скорострельность и новейшие способы управления огнем позволяют артиллеристам решать любые задачи на максимальной дальности. На Красной площади дивизион реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской Перекопской реактивной артиллерийской бригады. Возглавляет парадный строй майор Дмитрий Абакумов. На
Брусчатки Красной площади, дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М», 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На боевом знамени бригады 7 орденов, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера, взятие Берлина. Во главе парадного расчета майор Илья Лобачев. На Красную площадь выдвигаются парадные расчеты противовоздушной обороны сухопутных войск в составе зенитного ракетного комплекса ТОР-М2, гвардейского Тарнопольского полка и БУК-М3, 35-й зенитной ракетной бригады. Командует парадным строем подполковник Александр Малявин. Боевые возможности комплекса позволяют гарантированно уничтожить любую воздушную цель. На марше колонна пусковых установок из состава зенитной ракетной системы С-300В4. Возглавляет колонну 77-й зенитной ракетной бригады подполковник Дмитрий Гордей. Главная задача системы – защита войск от аэродинамических и баллистических целей на максимальной дальности и высоте. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в составе БМД-4 и БТР-МДМ «Ракушка». Ведет колонну подполковник Дмитрий Томин. Красные площади колонна модернизированных тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А первой мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет колонну капитан Евгений Спицын. Площадки Красной площади представлены перспективные образцы огнеметной системы ТОС-2 на базе автомобиля «Урал» с повышенной дальностью стрельбы и боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, которые позволяют с максимально заданной точностью и дальностью устанавливать мины на поле боя. Возглавляет колонну майор Ильнур Мингазов. На марше зенитные ракетные комплексы воздушно-космических сил. Открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов различной модификации под руководством подполковника Александра Путачева. В ее составе модернизированный комплекс «Панцирь СМ» и его предшественник «Панцирь С». Замыкает колонну арктический вариант комплекса «Панцирь СА». В составе парадного расчета комплексы С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Дениса Двоишова. Возможности комплекса не может превзойти ни одна система ПВО зарубежных стран. На Красной площади дивизион берегового ракетного комплекса «БАЛ»
536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота. В составе колонны командный пункт управления и связи, боевые пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины. Комплекс способен уничтожить любую морскую цель и надежно обеспечить прикрытие побережья страны. Возглавляет колонну подполковник Дмитрий Скобельников. На Красной площади колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» военной полиции. Механизированную колонну возглавляет майор Павел Максимов. Особенно хорошо бронеавтомобили зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике. При сопровождении военной полиции, колонн с гуманитарным грузом, совместном патрулировании на дорогах и блокпостах. Мимо трибун проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Алексей Червин. На вооружении войск Национальной гвардии отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом 54-й гвардейской ракетной дивизии подполковник Евгений Гончаров. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава. Начинается авиационная часть парада. Сегодня утром 75 вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил России, взяв старт с 8 аэродромов, собрались в одной точке ближнего Подмосковья, чтобы единым строем пройти над Красной площадью. Высота пролета авиационной техники от 150 до 400 метров, скорость от 200 до 500 километров в час. Открывает воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8 АМТШ. Ведущий группы подполковник Сергей Поляков. Продолжает парадный строй группа в составе 5 ударных вертолетов Ми-35М, ведущий группы подполковник Геннадий Голяков. В небе пятерка вертолетов К-52 «Аллигатор», ведущий группы полковник Василий Клещенко. Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты». На вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы полковник Андрей Попов. В
воздухе авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, способный сопровождать одновременно более 50 целей. За штурвалом подполковник Вячеслав Левченко. В небе Москвы звено из трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД, способных доставить более 40 тонн грузов в любую точку мира. Возглавляет группу майор Сергей Мельников. В небе группа из трех турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолет является составной частью стратегических ядерных сил. Ведущий группы подполковник Сергей Ильин. В парадном строю пролетают сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Возглавляет группу майор Алексей Валянский. Летчики майор Андрей Парусинов и подполковник Андрей Поздняков демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера Ил-78. В воздухе четверка модернизированных истребителей МиГ-29СМТ возглавляет группу подполковник Георгий Дедио. Следующий строй представлен четверкой модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий группы подполковник Герман Анахов. В небе группа тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Глубокая модернизация и перевооружение на ракеты «Кинжал» сделали авиационный комплекс грозной сдерживающей силой. Ведущий группы майор Евгений Шалагин. Пролетает строй истребителей 5-го поколения Су-57. Ведущий группы подполковник Владимир Волоцков. Тактическое авиационное крыло Красной площади подходит группа из 10 самолетов. В ее составе бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СН и Су-35С. Ведущий группы полковник Юрий Грицаенко. В небе уникальные пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» в составе Кубинского бриллианта на истребителях Су-30СН и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкают парадный строй воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу полковник Александр Котов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «День Победы».
классика, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 75-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура! Итак, только что завершился парад на Красной площади. Это действительно...